мальчики. Андреас, почему ты не судишь на русском? Конечно. Хорошо, в следующий раз. Пока все собираются, пока мы не подошли ко взрослому конкурсу Best in Show, я напоминаю, что это была выставка MasterCAD, 22 или 21 мы считали. Следующая выставка. Следующая выставка 10-11 декабря. Кто еще не утратил, так сказать, задора, приглашаем. И хочу вам сказать спасибо за то, что мы с вами эту выставку собрали, провели. И я надеюсь, что каждый получил объективную оценку. Поскольку животные были высокого класса, думаю, что каждый получил тот титул, на который рассчитывал. Поэтому спасибо нам и спасибо нашим животным за терпение. 2 дня отсидеть в клетке – это занятие такое, на любителя. Похлопали. Спасибо вам, спасибо животным. Я вчера уже говорила, никакой выставки не было бы без координаторов и исполнителей. Координатор Людмила Андреевна Букина. Дай вам Бог здоровья за терпение, потому что я уже, наверное, пистолет купила. Анечка Никитина. Бригада стюардов, как всегда, на высоте. Леся Прохорова. Таня Дедик, секретариат, который за 2 дня не сделал ни одной ошибки. И все делается быстро, оперативно. Мы договаривались честно, поэтому говорим честно. Все породы. Ирина Гусева, ВЦФ, Москва. Спасибо. Татьяна Дьячук, все породы, ВЦФ, Москва. Ой, куда же я тебя, позже сохрани? Кто ж такой кадр отдаст в Москву, ребята? Как можно было вообще такое? Это нечаянно. Боже, как... Таня, только с волчьим билетом. Только в ФСБ, так и знаю. Вот. Это то, чтоб ты знала, мы все по-честному. Не дай Бог. Андреас Кречмар-Крайчик. Все породы, ВЦФ Германия. Очень приятно, что мнение экспертов по номинациям, по оценкам, по всему, практически всегда совпадали. Это говорит о том, что квалификация одинаково высокая и не бывает всяких недоразумений. Ну что, все наши, как бы, всех помощников и всех действующих лиц мы поблагодарили. Остались спецпризы. Сулеймановы, сибиряки наши золотые. Людмила Андреевна придумала название вашему призу. За золотое отношение к золоту. Я не знаю, каких окрасов у вас еще нет. Мне кажется, уже все, которые бывают, у вас есть. За то, что они у вас ухожены. За то, что они у вас красивые. За то, что они у вас дружелюбные. Дай вам Бог здоровья. И много-много таких же котят. А то ж кто с нами будет составлять экспозицию? Следующий абсолютно равноценный участник выставки – это питомник бенгалов. Олечка Шур, вы наше украшение, вы наша гордость. Иногда вы наше горе, потому что один из ваших котов живет у одних из моих родственников. Рожайте таких же котяток, чтобы бенгалы наши были вот приблизительно на такой же высоте. Вы просто, знаете, вот вы оказываете нам честь своим участием. Спасибо, мои золотые. Потому что без красивых животных, что такое выставка? Там, где интересно. Не было бы сибиряков, не было бы бенгалов, не было бы интересных представителей других пород,
такой бы выставки не было. И один из следующих участников, которых мы хотели бы поблагодарить, Наташа Худякова. Это постоянный участник выставок, который приезжает из Сум. Кошки всегда одна интереснее другой. Иногда смотришь, ну как можно было найти кошку с такими глазами? Я не понимаю. Но поскольку вам это удается, спасибо, что участвуете. Успехов! Соревнуется мощь и красота. И вот изысканная красота. Ну, расслабляйтесь уже. Общее мнение. Покажите мне номера, я ж не помню. Абсолютный победитель выставки номер 179. Получите. Мейн-кун все это прошел, поэтому ему, в общем-то, ничего страшного. Ладно, уже мы им по молодости уступим без всяких. Так, встали, пожалуйста, возле подарков эксперты в комплекте. Куда? Так, товарищи, быстренько. Охрана, охрана. У нас все очень серьезно, Андреас. И кошку нашу целовать бесплатно нельзя. Кот, смотри, ты подымайся, руки. Заводчики. Да просит за так, готовы? Большинством голосов.